IM Global представляет. Производство Shoebox Films. Фильм Стивена Найта. Это Айван. Я получил твое сообщение. Я уже еду, скоро буду. Я уже в машине. Доберусь где-то через час-полтора, если не будет пробок. Слушай, если со мной захотят связаться медсестры или еще кто, я на этом номере. Ну или доктора, или еще кто-нибудь, пусть звонят на этот номер. Лок. Все будет хорошо. Я приеду. Пробок быть не должно. Сволочь. Набор номера. Здравствуйте, я могу поговорить с Гарретом? Он еще не вернулся. А кто его спрашивает? Это Айван Лок. А можно узнать, по какому поводу? Да, Бетон. Можете передать, что это срочно? Пусть он мне перезвонит. Хорошо. У него есть ваш номер? Да, конечно. Как вы сказали, вас зовут? Айван Лок. Звонили по поводу Бетона. Все верно, да. Скажите... Он знает, о чем речь? Нет, не знает. Кое-что случилось, я должен ему рассказать, это срочно. Простите, что? Говорю, это срочно, очень срочно. Спасибо. Дом. Набор номера. Лондон. Алло? Эдди, это папа. Мама дома? Нет, она не вернулась из магазина. Пошла купить пиво, которое ты так любишь. Ясно. Слушай, я не вернусь к матчу. Что? Кое-что стряслось, я должен разобраться. Я надел футболку, а мама делает хот-доги. А ты знаешь что? Мама тоже наденет футболку. Пап, она просто ужасна. Так, что ты там говорил про сегодня? Я не успею к матчу. Мне придется слушать по радио. Пап, ну ты же обещал. По радио это не то.
Мама уже сосиски сварила. Твой брат рядом? Да, хочешь с ним поговорить? Нет, передай маме, чтобы она набрала мне. Спасибо. Да, конечно. Люблю тебя. Что? Ничего, просто попроси маму мне перезвонить. Да, пока. Не проблема. Пока, пока, пока. Пока. Входящий звонок. Донал. Я слушаю. Я получил твое сообщение. Это что, шутка? Слушай, я знаю, ты в шоке, но все обойдется. Ладно. Да, в общем, я на связи, так что все будет хорошо. Знаешь, где я, Айван? Я на заправке. Разворачиваю чертов фургон. Парни стоят на обочине, я ехал домой. Знаю. Что за хрень? Семейные дела. Ясно. С ними все. Кто-то умер? Прости, я должен ехать. Что-то с мальчиками? Донал, слушай, я рассчитываю на тебя, и ты справишься, ясно? Проконтролируешь, как обычно. Понимаешь? Когда с момента, как встанет солнце, и пока все не будет доделано. Мне нужно, чтобы ты справился. Понял? Я буду с тобой. Буду на телефоне и буду звонить тебе каждые 5 минут, пока не зальют фундамент. Типа, висеть на телефоне? Да, на телефоне. Ты что? Ты Нет, я так не думаю. Айван, в 5:45 завтра утром на площадку привезут 350 тонн цементного раствора. 200 бетономешалок со всей страны обрушатся на нас в 5:45. 355 тонн и 218 бетономешалок. Так это розыгрыш, да? У меня нет выбора, Донал. Айван, слушай, я ненавижу себя за то, что собираюсь сказать, но если у тебя кто-то умер, мама там... Или... Никто не умер, Донал. Послушай, мне нужно, чтобы это сделал ты, ясно? Мне нужно, чтобы ты набрал толковых ребят, и вы были готовы к работе завтра с восходом. Ну, моя женщина, я не могу! Это не мой конёк! Ты хоть раз видел, чтобы я этим занимался? Слушай, ты справишься. Ты же умеешь управлять насосом, знаешь, как поставить машины, как их разгрузить, как проверить смесь. Я в жизни не руководил такой стройкой. Ну, суть-то одна. Просто машин больше. Ты делаешь все то же самое, но дольше. Ты проверяешь, тестируешь, отсылаешь обратно, если смесь не годится, и разгружаешь, если все в порядке. Это сказал Гарретт? Я еще не говорил с ним. Ну так он будет просто... Он с тебя... Он будет тут козлом знаю, скакать, понимаешь? Знаю. У него мозг скипит. Знаю. Айван, тебя уволят. Я знаю, Донал. Господи, да ты лучший программ, с которым я работал. Ты в этом шаришь. Какого черта? Что могло заставить тебя рисковать работой? Слушай, сделай это ради меня, Донал, ладно? Начни собирать парней, а потом перезвони мне. Я буду в пути. Входящий звонок. Беттон. Я слушаю. Айван. Ну, как ты? Меня только что положили. Я в родильной палате Вэлли Уорд. Как продвигается? 5 сантиметров. Что это значит? Расширяется. Я понял, о чем ты. Что говорят? Они ушли, и теперь я тут одна. Там кнопка есть? Что? Ну, не знаю, звонок или что там, чтобы вызвать сестру. Врачи не уверены, говорят, это может занять время. Ты в порядке? Я хочу писать. Так скажи. Но тут никого нет. Ты нашла звонок? Тут нет звонков, о чем ты говоришь? В общем, если кого-нибудь увидишь, просто скажи, что тебе надо в туалет. Ты кому-нибудь об этом говорила? Нет. Что ты хочешь сказать? Айван, что это значит? Ты могла бы попросить кого-то облегчить боль. Ты их просила об этом? Врачи говорят, надо ждать. Пусть они тебе хоть что-нибудь дадут, слышишь? Что? Я не знаю, от боли. Невероятно. Господи, это просто... Тут холодно, и все окна открыты.
Попроси их закрыть окна. Я скоро приеду. Сходи в туалет. Я скоро буду. Ты уже сказал жене, что я рожаю от тебя ребенка. Еще не говорил. Я составил список того, что мне нужно сделать, пока я за рулем. Значит, я в этом списке? Да, сегодня да. Ты меня любишь? Наверняка ты спрашиваешь, потому что тебе очень больно или типа того. Как я могу любить тебя? Черт. Входящий звонок. Дом. Привет, Катрина. Привет. Слушай, я купила 6 банок твоего пива, а еще сосиски. Думаю, нам снова нужно сделать хот-доги. О, и угадай что? Я, наконец, надела футболку. Айван? Эдди передал тебе сообщение. Какое сообщение? Я не приеду. Что? О чем ты говоришь? Сегодня игра, я надела футболку. Где ты сейчас? В каком смысле? Я слышу телевизор. Можешь взять трубку наверху? Возьми трубку в спальне. Ладно, но почему? Мне нужно кое-что сказать. А это не подождет твоего возвращения домой? Я не вернусь. Что случилось? Ты можешь просто, прошу, возьми трубку в спальне. Просто возьми трубку в спальне, и я расскажу, что происходит. Ладно. Шон, когда я скажу, положи трубку, пожалуйста. Эй, пап, ты уже едешь? Эдди, слушай, я разговариваю с мамой. Он убрал всех нападающих и снова выпустил Колдуэлла. Эдди, положи, пожалуйста, трубку. Невероятно, команда... Эдди, прошу, пожалуйста, положи трубку, ладно? Эдди. Ну, рассказывай, что случилось. В прошлом году я работал в Кройдоне. Большой заказ. Я провел там 3 месяца. Помнишь? Да. Я остановился в гостинице, той, где было ужасно сыро. Я говорил. Помнишь? Да. Мне назначили ассистентку. Она помогала мне с расчетами. И... Она? Она мне помогала. Она старше тебя. Мы работали вместе. Она живет одна уже много лет. Ей 43 или типа того. Она... Зачем ты мне о ней рассказываешь? Это был единственный раз, Катрина. Единственный. После завершения строительства мы собрались немного выпить. Это был довольно крупный проект, потому что мы залили фундамент целого здания, и мы решили вернуться в отель. Она не была идеалом красоты, но... Было сыро и холодно, и она говорила про то, как она одинока, а я говорил о том, как я счастлив. Но мне тоже было одиноко там, и мы немного выпили. Это был единственный раз за все 15 лет с тобой. И сегодня она рожает. Она рожает, и ребенок мой. Знаешь, Катрина, благотворительный фонд «Помощь героям». Входящий звонок. Сволочь. Я слушаю. Привет, Айван, это Гаррет. Я только что говорил с Доналом. Надеюсь,
прекратились, это глупая шутка. Привет, Гаррет. Меня интересует только работа, Айван. Ну что ж, меня не будет завтра на стройплощадке. О, ради всего святого, что ты несешь? Да, дело в том, что сегодня я стану отцом. Роды в Лондоне, поэтому я должен быть там. Ясно, ясно. Господи, позволь я тебе кое-что прочту, Айван. Ты слушаешь? Да. Уверен, завтра все пройдет идеально. Главный офис только что подтвердил, что это будет крупнейшая заливка фундамента в Европе, происходящая за пределами военных объектов. Я рад, что мы в надежных руках. Желаю удачи, Митчелл. Это Митчелл Дин собственной персоной. Президент этой гребаной компании. Ты это слышал, Айван? Из Чикаго, в США. Да. Говори громче, я тебя не слышу. Да, я слышал. Тебя назначили руководителем всей операции, но за 10 часов до начала ты решил, что не приедешь. Думаю, Доналл справится. Он хороший парень. Не смей так со мной говорить! Не смей давать характеристики моему персоналу! Я этого хорошего парня не замороженным посылаю! Господи! Это же цемент! Как говно, Айван! Как моча! Когда приходит время, ты его сливаешь. Как и детей. Черт, по-твоему, это шутка? Нет, нет. Какие уж тут могут быть шутки? Офигеть. Так это не жена твоя рожает? Нет. Господи. Не жена. Айван! От кого, но от тебя? Да, я знаю, от меня ты не ожидал, но так уж вышло. Эта женщина, она не справится с этим сама. Я принял решение. У нее больше никого нет, ясно? У нее нет друзей в Лондоне. И она очень-очень ранима. Ранима? Ты собираешься пропустить самую крупную операцию по заливке фундамента, чтобы подержать за руку какую-то ранимую? Потому что она должна от меня родить. Ох. Я сам принял это решение. Черт. Я плохо поступил с этой женщиной. Ох. Очень плохо, я знаю. Я изменил всем своим принципам, но сейчас я собираюсь поступить правильно. А Чикаго может идти к черту. Это решение, и я его принял, и я не передумаю. Ты знаешь, сколько миллионов фунтов на кону? Если что-то завтра пойдет не так, Айван, то мы потеряем миллионы фунтов в течение 15 минут. Эти 15 минут могут стоить нам 100 миллионов долларов. Невероятно. Ты меня слушаешь? Да, да. Слушай, я не знаю, что сказать, кроме того, что я уже сказал. Но, Гаррет, слушай, я поклялся себе, что сделаю все, чтобы завтра все прошло гладко. О, ты, наверное, шутишь. Ты там в клоунском парике, что ли? Это балаган какой-то, Айман. Я позвоню в Чикаго, слышишь? Если бы ты не служил нам верой и правдой столько лет, я бы уволил тебя по телефону. Ох, Айван, у тебя там крыша поехала. Я сделал свой выбор. На что это ты уставился? М? Ты смеешься, да? Потешаешься над моим положением? Такому человеку, как ты, оно знакомо не понаслышке, да, папа? Думаешь, только гляньте, яблоко от яблони. Так ведь говорят, да? Яблоко от яблони недалеко падает, правильно? Что ж, тут ты ошибся. Слушай сюда, ты кусок никчемного дерьма. Я хочу, чтобы ты это видел. Знаешь, по правде говоря, я хотел бы взять лопату и выкопать тебя из могилы, чтобы ты видел меня сегодня. Я бы открыл твои глаза и вытащил червей, грязь и дерьмо из твоих ушей, чтобы ты мог все это слышать. Ведь я за рулем. Я, а не ты. И в отличие от тебя, я доеду туда, где кто-то ждет меня. Я еду, чтобы разобраться с...
разобраться со всем. Входящий звонок. Донал. Да, Донал. Слушай, я сейчас за рулем, поэтому буду краток. Я позвонил Райану и набрал полдюжины поляков, а еще будет несколько венгров от Патрика. Я набрал талонов на завтрак для рабочих. Парни, которые занимаются обрешеткой, только что ушли. Я попросил албанца Элби проверить насосы со стороны Аргайла. И он сказал, цемент там течет рекой. Нет, слушай, стой. Слушай, когда вернешься на площадку, проверь все насосы самостоятельно. Слышишь меня, все до единого. Ясно. Не смей доверять это никому другому. Обойди всю площадку и проверь все насосы до единого сам. Да. И не доверяй Элби, особенно после пяти. Он пьет. Ясно? Понял, понял. Итак, что скажешь насчет смеси? Смесь, точно. Смесь, мы, кажется, брали С6. О, ты будто задаешь вопрос. Ладно, ладно, знаю. Иногда я говорю так, будто задаю вопрос, но это не вопрос. Все смеси для заливки должны быть С6. Почему ты вообще спросил? Это написано на доске гигантскими буквами. Я собственноручно написал С6 большими красными буквами. Не смей задавать мне такие вопросы. Это был не вопрос, я знаю, что ты не любишь вопросы. Чертовство. Отлично. Во сколько откроешь? Я решил, что переночую здесь. Отлично. Но только не спать, ясно? Проверь все. Ты получил разрешение? Да, да, и пропуск заказал. Я об этом и спрашивал, готов ли пропуск. Доналд, все документы на стройку уже должны быть подписаны. Да, все уже подписано. Расслабься. Все под контролем. А, хорошо, слушай, у тебя же есть телефоны поставщиков, правда? Да. Звони им, Доналд. Позвони каждому из них, и пусть они еще раз проверят заказ. Только С6, или мы отправим машины обратно. Серьезно, эти ублюдки привезут тебе воду вместо смеси, если завтра пойдет дождь. Завтра дождя не будет, будет сухо. Я звонил Господу Богу насчет этого. Донал, не смей доверять Богу, когда речь идет о цементе. Звони поставщикам и заставь их прислать тебе подтверждение хорошо, по факсу, ладно. Чтобы ты сам мог все проверить. Хорошо, я этим займусь. Ты говорил с Гарретом? Да, кстати, об этом. Он будет звонить в Чикаго. Подозреваю, они решат меня уволить, так что он поставит какого-нибудь сосунка и... О, нет, только не нет. Говори с ним, просто не бери трубку. Не слушай никого, но кроме меня. Не говори с ним. Не слушай никого до утра. Здесь только ты и я, понял? Так мне что, просто не отвечать? Да, до утра только ты и я, ясно? Ясно. Круто. Черт, ты что? Ладно. Беттен. Привет, это Беттен. Я сейчас не могу говорить. Пожалуйста, оставьте сообщение. Входящий звонок. Беттен. Ты звонил? Как ты там? Хорошо, кто-то закрыл окна. А ты кому-нибудь сказала про боли? Но с тобой все хорошо? Нет. Боль просто невыносимая. Я сейчас на М6. Буду через 1:15, если не будет пробок. Ты должна сказать кому-то про боль. Я готова была тебя убить. Мы не знаем друг друга, Беттен. Это правда. Просто так вышло. Просто? Так что мы не можем любить или ненавидеть друг друга. Просто это случилось. И все. Не знаю, что ждет нас в будущем, но я еду к тебе, слышишь? Произошло. Я тебя не знаю, поэтому не могу ненавидеть, ясно? То есть мы друг друга не знаем. Обещай слушаться врачей. Мне нужно сделать еще пару звонков. Пробок почти нет, так что скоро буду. Пожалуйста, поторопись. Ладно, но тут ограничения. Входящий звонок. Сволочь. Да, Гаррет. Да, слушай. Как я и думал, Чикаго сходит с ума. Неужели? Ясно. Да, я напомнил им про то, что ты в команде уже 10 лет служишь верой и правдой и... 9 лет.
Я в команде 9 лет. 9 лет? Да какая разница, Айван? Он сказал, что он все понимает. Но это величайшая операция в Европе. За пределами военных объектов. Знаю, знаю. В общем, скажу, как есть, Айван. Ты уволен. Они сказали, что у них нет выбора. Я сказал, я говорил про 10 лет и... 9. Но они сказали, что выбора нет. Да, 9, 10, какая разница? Все ясно, я понял. Я ни разу не увольнял по телефону, Айван. Я понял. Понял. Но я сам прослежу за подготовкой. Нет, Айван. Так не пойдет, это не обсуждается. Они решили, что ты уволен безоговорочно с этой самой секундой. Знаю. Слышал, я их понимаю. Я не пытаюсь вернуть работу, я просто... хочу проследить, чтобы завтра все прошло гладко. Айван. Послушай, да, послушай меня. Я хочу за всем проследить не из-за денег. Я делаю это ради себя и ради стройки, да? Ради цемента. Я не позволю им облажаться, понимаешь? Сегодня и завтра я сам лично прослежу за тем, чтобы все прошло идеально. Айван, слушай, я говорил про 10 лет. Черт, твои 10 лет. Айван, слушай, Гаррет, слушай, Гаррет, завтра привезу цемент, и я за всем прослежу, слышишь? И я понимаю, что уволен, но я все равно займусь этим ради здания и фундамента. Айван, что с тобой? Я в порядке. Почему ты просто не сослался на болезнь? Потому что я не болен. Я прослежу за всем завтра. Да, но я уже передал это другому управляющему, Айван. Он уже в курсе всех. Исходящий звонок. Дом. Катрина? Этого не может быть. Я тебе не верю. Катрина, нам нужно обсудить с тобой следующий этап. Я сижу в темноте в нашей спальне. И, боже, все так изменилось. Я не могу. Я не знаю, что сказать. Я чувствовал себя просто отвратительно. Она позвонила. И сказала, что беременна. И собирается рожать, потому что это ее последний шанс стать счастливой. А сегодня она позвонила и сказала, что отошли воды за 2 месяца до срока. Я собирался сказать раньше, но воды уже отошли, поэтому приходится делать это сейчас, в машине. Каждую ночь я собирался тебе признаться. Я не могу. Я даже дышать не могу. Катрина, послушай. Ты же знаешь про моего отца, да? И что этот ублюдок смылся, даже не дал мне имени. Нет, ты запутался, Айван. Это ты, ублюдок. И этот ребенок, ублюдок. Ради всего святого, Айван, послушай меня. Нет, Катрина, послушай. Я хочу дать ребенку имя, и чтобы он увидел мое лицо. Он будет знать, что я есть, и не проведет всю жизнь, думая, что мне... Что нет, мне... Я заперла дверь и сижу тут в темноте, и я почти уверена, что это не ты. Прошу, пусть это будешь не ты. Я знаю, что следовало сразу тебе рассказать. Мне жаль, это на меня совсем не похоже. Мне придется повесить. Нет, Катрина, послушай. Меня сейчас даже нет. Нет. Входящий звонок, Донал. Донал? Слушай, Айван, это не вопрос. Это не вопрос, ладно? Я только что разговаривал с предприятием в Стаффорде, и они сказали, что знают, что мы заказывали С6. Но насколько нам это принципиально? Другими словами, если одна машина привезет С5, как мы это воспримем? Ты еще там? Донал, что написано на доске? Там написано С6. Что написано на каждой бумажке в пакете документов? Везде С6. Везде С6. И знаешь почему? Потому что, когда мое здание будет достроено, в нем будет 55 этажей. Оно будет весить 2 миллиона 223 тысячи тонн.
и мое здание изменит горизонт грунтовых вод и расщепит гранит. Его будет видно за 30 километров, а на закате от него будет падать 2-километровая тень. И если бетон в основании этого прекрасного здания будет не идеален, если он разойдется хоть на миллиметр, появятся трещины, и эти трещины будут разрастаться все сильнее и сильнее, и все здание рухнет. Допустишь хоть одну ошибку, Донал, хоть одну малюсенькую ошибку, и весь мир обрушится на тебя. Тебе ясно? Так что скажи Стаффорду. С6. Будет тебе С6. Спасибо. Дом, набор номера. Кэт, прошу, послушай. Привет, пап. Что? Мы тут проигрываем 1-0. Ясно. Мама рядом? Блин. Мам! Шо, ну иди, позови маму. Дурацкая пенальти. Ты слушаешь трансляцию? Нет, нет. А, пап, наверное, она в туалете. Эдди. Да? Что? А, ничего, не волнуйся. Все хорошо. Слушай, поговорим, когда все уляжется. Хорошо? Ладно. Ладно. Круто. Пока. Пока, папа. Пока, пока. Все в порядке? Я сейчас в Бентон Магуайр. Это ваша жена? Я отец ребенка. Она очень переживает. Мы все думали, приедет ли кто-нибудь на роды. Она сказала, у нее больше никого нет. Да, я приеду через час, если не будет пробок. С ней все хорошо? Появились осложнения. Что за осложнения? Похоже, дело в пупорине. То есть придется сделать небольшую операцию. И было бы неплохо, если бы отец мог присутствовать. Вы же отец? Да, да, это я. Я сейчас за рулем. Ясно. Я еду 140. Ох, прошу вас, берегите себя. Не гоните так. Не буду. Слушайте, я приеду очень-очень скоро. Да. Хорошо, в общем, сейчас не врач. Я просто хотела убедиться, что кто-нибудь приедет. Да, конечно, да, я еду. Скоро буду. Хорошо. Когда доберетесь, вам нужно найти запасной выход и попасть в палату Бейли. Бейли, ясно, я понял. Очень взволнована. Да, ей сейчас не надо волноваться. Обычно она не очень эмоциональна. Вы ее муж? Я отец ребенка. Я ее почти не знаю, если честно. Но я еду. Она очень напугана. Я понимаю. Я еду. Говори, Донал. В общем, я собственноручно проверил все 12 машин, и они в полном порядке. Супер. Ты проверяешь на С6? Да, да, только С6. И ты позвонил всем поставщикам? Да, я все перепроверил. И чтоб ты знал, они спустили на меня собак за это. Прекрасно. И все машины со смесью уже готовы, да? Да, да, да. Я прошелся по всему списку, а несмотря на все, пошел нафиг и какого черта. В итоге у нас 6500 кубических метров. Ясно. А что с ретардантом? Ретардант уже привезли, готовы грузить. Хорошо. У тебя ручка есть? Есть карандаш. Так возьми ручку. Ладно, взял. Супер. Смотри. В верхнем правом ящике над тепловой пушкой лежит моя папка. Возьми ее. Сегодня это твоя Библия. Понял. Но я не вижу тут никакой папки. Ищи, она должна быть там. Должна, ясно? В ней все, что тебе нужно знать. Все, все расчеты, все подписи, время перекрытия дороги, согласованное с полицией. Она лежит в ящике над пушкой. Ну, пушку забрали идиоты венгры. Кто бы мог подумать, что они такие теплолюбивые. Доналд, ты же понял, про какой ящик я говорю, да? Ищи, ищи. О, черт. Что? Что? Да пошел ты. Кто? Я? Господи, нет, нет, не ты. Папка у меня, черт. Вся информация, которая тебе нужна, она здесь, в моей грёбаной машине.
за все 10 лет, что мы знакомы, ты ни разу такого с тобой еще не случалось. Что с тобой происходит? Ладно, Дону, дай мне минутку подумать, я... Черт! Входящий звонок. Дом. Ты в порядке? Серьезно? В порядке? Кэт, прошу, просто выслушай меня. Я ожидала от тебя чего угодно, только не этого. Катрина, не при мальчиках. Ты трахал. Тише, тише. Ты трахал ее, а потом трахался со мной. Я вспомнила тот день, когда ты вернулся из Кройдена, твою самодовольную ухмылку. Мы сдали объект, и я был доволен. Да, и я ничего не знала. Это было лишь однажды. Я знаю. Ты не знаешь. Знаю. Нет, ты ничего не знаешь. Знаю. Ты и твоя глупая ухмылка. Я был рад. Мы сдали объект. Ты трахал ее. Это была странная ночь. Никто из нас ничего такого не думал. Ты самодовольно скалился. Неправда. Будто в лотерею выиграл. Помню, как ты улыбался, вешая пальто на перила. Я думала, ты выиграл в лотерею. Я пытался вести себя как обычно. Я не помню. Слушай, слушай, мы сдали объект. Было очень... Про ребенка. Думаешь, она правда беременна? Да, уверен. Она рожает сегодня. Да неужели? Невероятно. Ты просто клоун. Забудь, ты тупой клоун. Думаешь, это твой ребенок? С чего бы, если она трахается с кем попала? Это не так. Ох, если она трахалась с тобой, это очевидно. Она не такая. Ей просто не повезло в жизни. Я хотел поговорить о том, что мы будем делать. Ты сказала, она не такая. Ты был с ней один раз и уже все о ней знаешь. У вас звонок. У нее не было секса уже много лет. И ей было грустно. Ты сказал грустно? Да? Нас разъединили. Черт. Так, слушай, папка у меня. Одну минуту. В общем, папка у меня. Я буду консультировать тебя по телефону. Ясно. Запиши все себе, хорошо? Ладно. Доналд, ты что, пьешь? Что ты пьешь? Взял бутылочку лимонада. Ладно, мне нужно, чтобы ты позвонил дежурному офицеру в полицейский участок Бельмонта и подтвердил перекрытие дороги на завтрашнее утро. Понял? Ручка еще у тебя? Да. Хорошо, хорошо. Диктую список дорог, на закрытие которых завтрашним утром на время заливки мы получили разрешение у властей с 5:25 утра до полудня. Да, записываю. Crescent Road от Arch Green. До Клермаунт. Так, южную часть Планетри Роуд. Вейл до дороги Парклендс Фарм. Да, понял. Движение должны контролировать мы. Да, ясно. Запиши номер договора. 750. 750. /DV. Записал? /DV. Да, ясно, я записал. Хорошо. Донал, ты там правда лимонад пьешь, да? Да. Точно? Точно. Потому что если ты там пьешь сидр, и я узнаю, что я отрежу тебе ноги дисковой пилой. А, да? Неужели? Ясно. А теперь, Айван, слушай меня. Не надо со мной так говорить, понял? Потому что я вижу 6 пропущенных звонков на своем телефоне от Гаррета, и я догадываюсь, что он хочет мне сказать. Но я согласился не отвечать на его звонки, потому что я и так в панике от того, что завтра что-то может пойти не так. И я не желаю слушать от него лекции по телефону о том, что мне следует делать. Насколько я понял, до завтрашнего утра я разговариваю только с тобой. И в
вот что я тебе скажу. Не смей мне угрожать, ясно? У вас звонок. Ты сейчас не в том положении, чтобы мне угрожать. Так что не смей этого делать. Так значит, ты там сидр пьешь. Одна банка сидра, да? И что такого? Съешь чего-нибудь. Знаешь что, мне сейчас не очень хочется есть. Так, ладно. Давай я наберу копам и подтвержу перекрытие. А потом перезвоню тебе за дальнейшими указаниями. До связи. Черт! Черт. Слушаю. Врачи говорят, там узел. Что? Пуповина обмоталась вокруг шеи ребенка. Но ты в хороших руках, слышишь? Ты в хороших руках. Врачи. Врачи дали мне телефон на минутку. Когда ты приедешь? Через 45 минут я подъезжаю к Нортхэмптону. Машин почти нет. Сейчас тебе важно спасти ребенка. Что ж, врачи уже затачивают ножи. Судя по твоему смеху, ты сейчас под наркозом, я прав? Ага. Да, врачи считают, что придется резать, потому что я слишком стара, чтобы тужиться. Все хорошо, все будет хорошо. Это обычная операция, все хорошо. Так даже лучше. Неужели так лучше? Да, машин почти нет. Ты делай, что они просят. И кто-то постоянно открывает окно. Скажи, что ты замерзла. Они все время разговаривают, и никто меня не слушает. Врачи сказали, что пуповина обмоталась как петля. Источник жизни и петля одновременно. Забавно, не так ли? Беттон? 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 О, Господи. Ты думаешь, это мой рок, да, пап? Твои грязные гены в моем теле. Ты знал, что так будет, потому что сам заложил это в меня. Ну так позволь, я объясню. Неважно, насколько дело дрянь, ты можешь все исправить. Это как кирпичи и шпатлевка. Но ты этого не знал, потому что в жизни палец о палец не ударил, говнюк. А ведь можно взять любую ситуацию и очертить вокруг нее круг. И придумать что-нибудь. Нельзя отворачиваться от нее. Нет. Или засесть в каком-нибудь замызганном пабе где-то в захолустье, как какой-нибудь счастливый бродяга. Я мог бы приехать за тобой с киркой и лопатой, правда мог бы? И выкопать тебя. И это был бы самый счастливый день в аду, потому что они бы избавились от тебя ненадолго. Или я мог бы свернуть на М-25 и поехать в Дувр или еще черти куда и забить на все, правда? Зарабатывать деньги и неплохие, работая на Кроссрейл. Им платят 500 в день за то, что они гребут дерьмо. Прямо как ты когда-то. Но нет. Я поеду туда, куда совсем не хочу ехать. Самое ужасное место в мире, даже несмотря на то, что та женщина, она одинокая и печальная. Жизнь вокруг ее не интересует. Мне было ее жаль, понимаешь? Мне было ее жаль. Но как это объясняет разницу между добром и злом? Дом. Набор номера. А мама рядом? Нет, нет, не трогайте ее. Все хорошо. Идите, смотрите игру. Два, один в нашу пользу.
Пап, почему ты не радуешься? Я радуюсь, Эдди. Я радуюсь только про себя. Просто я за рулем, и я... Здравствуйте, офицер Дэвидс? Я вас слушаю. Да, это Айван Лок из Парк Проджект. Я хотел уточнить, с вами связывались по поводу перекрытий? Да, звонил какой-то ирландец, сказал заместитель. Хорошо, да, я хотел убедиться, что у нас не будет проблем с перекрытиями, я прав? Минуточку. Нет, возникла проблема с перекрытием Вейл. Что? Возникла проблема с перекрытием Вейл. Черт. Администрация города засомневалась в целесообразности. Я собирался набрать им утром. Слишком поздно. Извините. Мы должны проехать именно по этой дороге. Разгрузка у южных ворот. Слушайте, мне жаль, мистер Лок, но вам придется решать этот вопрос с администрацией. Но уже 9. Да. Наверняка они уже не работают. Вероятно, но я не могу дать разрешение без согласия администрации. Ясно. Нет, я все понял. Ладно, вам позвонят. До скольки вы на дежурстве? У вас звонок. Ну, у вас есть еще 25 минут. Господи Иисусе, ясно. Слушайте, вам позвонят, ладно? Вам позвонят. Айван, у нас проблема с Вейл. Я знаю, звонил. Я разберусь. Мне нужно, чтобы ты пока проверил опалубку и утвердил состав. Но строители уже разъехались по домам. Ясно. Тебе ведь все равно нужно проверить арматуру, так? Так что иди проверь. Возьми лопату, прессиометр и фонарь и просвети все дыры. Господи, я серьезно. Блин, ладно, но если ты затеял, это только чтобы оторвать меня от бутылки. Слушай, надеюсь, твоя совесть оторвет тебя от бутылки. Ты должен проверить арматуру. Давай, иди и проверь. Алло? Шон, это папа. Я знаю, знаю, Шон. Прости. Шон, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. У меня тут неразбериха на работе. Мне нужно кое-кому позвонить. В моей синей куртке на кухне записная книжка. И в этой книжке есть номер некого Кессиди. Он отвечает за строительные работы. Мне нужен его номер. А почему не попросил маму? Слушай, Шон, пожалуйста, мне нужен номер. Пришли смс-кой Кессиди на букву К. Это очень важно. Пап, с мамой все хорошо? Она еще не спускалась, а уже второй тайм. Шон, мы с тобой обо всем поговорим утром, ладно? Ладно. А теперь просто найди мне Кэссиди, пожалуйста. Я могу услышать Айвана Лока? Я вас слушаю. Это доктор Халил Гулова. Я старший акушер больницы Святой Марии. У нас лежит некая Бетта Магуайр, которая дала нам ваш номер как ближайшего родственника. Вы являетесь ее родственником? А в чем проблема? Прошу прощения, вы являетесь ее родственником? Я отец. Минуточку. Да, сейчас иду. Мистер Лок, мне жаль, но у нас тут небольшое осложнение. Пуповина обмоталась вокруг шеи ребенка. Да, я знаю, да. Ребенок очень нестабилен. И вы будете делать кесарево. Да, вот именно, но мисс Магуайр говорит, что хочет дождаться вас. А, она переживает. На нее это не очень похоже, по-моему. Послушайте, нужно сделать эту операцию. Вы должны убедить ее. Как думаете, справитесь? Конечно, безусловно, понимаю. Передайте ей трубку. Спасибо вам огромное. Повисите на линии немного. Мисс Магуайр, это вам. Беттон? Знаю, пусть делают. Я дал свое разрешение. Честно говоря, ничего страшного, что меня не будет при рождении. Потому что я приеду утром. Даже раньше. Ему и дня еще не будет. Где ты сейчас? Я на шоссе. В Лутоне. А ты пока готовься к операции и не глупи. Пошел ты! Айван, знаешь, я сказала им про ту ночь. Рассказала про комнату и как мне было грустно тогда. Да. Но медсестра сказала, что если отец решил приехать, значит он что-то чувствует. Если
Ты бредишь. Это было лишь раз, и я забеременела. Это судьба. Я сказала им, что люблю тебя, несмотря на то, что мы лишь раз. Ну, не надо так говорить. Это была наша ночь. Да. Ты очень далеко. Беттон, слушай, ребенка ведь уже не остановить. Сейчас тебе надо просто подготовиться. Ты позволишь им резать меня? Да, я считаю, это единственный вариант. Ладно. Я согласна, потому что я люблю тебя. Вот и славно. А ты можешь сказать мне тоже хотя бы раз? Нет, не могу, прости. Не могу. Но я очень скоро к тебе приеду. Очень скоро. Айван, я только что видела, как Шон рылся в твоих карманах. Сказал, ты попросил его найти номер. Да. Сейчас? В такой момент? Тебе нужен телефонный номер? Я знаю, как это выглядит, но мне нужно подтвердить перекрытие. Завтра заливка, это чрезвычайно важно. Это событие. Это крупнейшая заливка в Европе. Ты вообще слышишь себя, Айван? Знаешь, что я схожу с ума дома, а сам перекрываешь дороги? Мне нужно решить эту проблему. Женщина рожает, а ты перекрываешь дороги. С тех пор, как ты рассказал мне про нее, ты все меньше и меньше похож на моего мужа. Хотя нет, это твоя сторона мне отлично знакома. На кухне твои следы, цементные отпечатки, которые я отскребаю. Ты повсюду оставляешь за собой цемент. Катрина, я люблю тебя. Я допустил ошибку. У меня нет чувств к этой женщине. Но я пытаюсь поступить правильно, потому что у нее никого нет, а ее ребенок моя вина. И я знаю, что это такое – родиться без отца. Человеческое существо приходит в этот мир, и это моя вина. Я должен это исправить. Должен. Я бы очень хотел, чтобы ты согласилась дождаться меня, чтобы я вернулся, и мы все обсудили. Обсудили все и постарались исправить. Мне правда очень важно знать, что завтра я смогу вернуться домой и поговорить с мальчиками, и все будет как прежде. Мы могли бы сходить куда-нибудь, поговорить обо всем. Мне нужно знать, что у меня есть обратный билет. Что я смогу вернуться обратно домой завтра утром. Айван, позволь задать тебе вопрос. Ты все еще хочешь, чтобы я дала тебе телефон, который поможет тебе перекрыть дороги? Да. Ясно. Что ж, прощай, Айван. Слушаю. Я решил сделать кое-что по собственной инициативе. Неужели? Я нашел номер мобильного парня из администрации, который оформляет перекрытие. Кэссиди? Да, Кэссиди, точно. Точно он. У тебя есть его номер? Да, номер мобильного. Я знал, что он тебе понадобится. Ты его записал под Рождество, я нашел листок. Доналд, ты серьезно? Да, это после двух банок гребаного сидра. Ты пишешь? Да, конечно. Не тяни. Дай мне номер. Итак. Пиши. 077-00-977-00-977-00-900-900-905. 077-00-900-900-977-00-905. 977-00-900-900-905.
Нет, запомнил. Спасибо. Девять, пять, семь. Возьми трубку. Возьми трубку. Возьми трубку. Алло? А, мистер Кэссиди? Это Айван Лок из Парк Проджект. Кто? Я заведую стройкой на Клермонт. Хотел подтвердить перекрытие дороги. Откуда у вас этот номер? Вы мне его дали. На всякий случай, если что-то всплывет под Рождество. Да, но сейчас не Да, но это срочно. Я сейчас в индийском ресторане. Да, но это вопрос жизни и смерти. Серьезно, это срочно. Я же сказал, я сейчас в ресторане. Понял, а если я дам вам номер дежурного офицера в полицейском управлении Бельмонта? Боюсь, это придется. Нет, вы не понимаете. Простите. Вот дерьмо. Нет, прошу вас, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Прошу, нет, вам прошу. Но без подождать. Этого... Мы не можем ждать. Завтра привезут цемент, и его не... Да я понимаю, и мне очень-очень жаль. Прошу. Мне просто нужно, чтобы вы позвонили дежурному офицеру. Вы Айван Лок? Да. Да, я вас помню. Вы надежный человек. Да. Единственный руководитель, который оформил документы еще до срока. Да, да, но сегодня мне жаль, но все вышло из-под моего контроля. Я... Ясно, я понял. Давайте мне этот идиотский номер. Спасибо. Так, 079-57-452-112. Знаешь, я бы с легкостью мог послать этот цемент к чертям, но я не стал. Понимаешь, пап, когда ты приполз обратно с извинениями, это было даже хуже, чем когда ты исчез. Да, я серьезно. Я так хотел тебя убить тогда, но я не знал. Я ненавидел себя за то, что об этом подумал. Ясно? Потому что ты был таким слабаком. Это первое, что я заметил. Таким слабаком. Все, что я так ненавидел, скрывалось под твоей глупой зеленой рубахой. Ты был жалким. Мой ублюдок, отец. В чем ты там был? В кроссовках. Какие-то дебильные кроссовки, в которых ходят тинейджеры. Волосы взъерошены. Ты больше не пьешь, не куришь траву. И что? Мы должны все вместе это отпраздновать, да? Что тут праздновать? Мне 23 года, а тут этот старый хрен свалился, как снег на голову. И такой, угадайте, что, народ? Я... Что? Айван? Что? Айван, все катится к чертям. Что? Арматура в обалубке в секторе 6. Она даже котенка не выдержит. Ее прислали с севера, и мы решили поставить ее в последний момент. Какое давление она выдерживает? Никакого, абсолютно никакого. Крепление отошло, как только я потянул. Там еще кто-нибудь есть? Нет, строители ушли домой 100 лет назад, их не будет до 6. Ясно, звони Албанцу. Да, я уже звонил, он не отвечает. Никто не отвечает, никто не отвечает. По телеку какой ты мать сегодня? Можешь набрать сыновьям? Нет, они в Германии. Они в Германии роют там так, пусковую шахту. Так, слушай, Доналл, вот что ты сделаешь. Езжай на окружную, там увидишь пожарную часть. Понял, рядом дорожная бригада прокладывает пути. Спроси парня по имени Стефан, он поляк. Скажи, что его и его двух лучших землекопов ждут 500 фунтов. Если они приедут и починят арматуру. Дорожная бригада? Да, я знаю, но это мои знакомые. Им точно нужны деньги. Стефан лучший по цементу из всех, кого я знаю. Просто скажи, что ты от меня. Он мне должен. Но мне что, обязательно туда ехать? Нельзя просто позвонить? Доналл, сколько бутылок ты выпил? Доналл? Доналл, у меня нет номера Стефана. Тебе придется туда подъехать. Через полчаса они уже разъедутся по домам. Слушай, Айван, я буду с тобой честным. Я не пьян. Я не пьян, понял? Но я выпил достаточно. Мне нельзя садиться за руль. Если меня остановят, то посадят. А мне нельзя в тюрьму. Ясно, тогда беги. Бежать? Да, Стефан и его люди заканчивают через... полчаса. По правилам администрации им запрещено укладывать асфальт после 10. Если ты побежишь, то как раз успеешь перехватить их. Что значит побегу? Я никуда не побегу.
Еще как побежишь, Доналл. Я не... Ты побежишь, Доналл, сейчас! Беги, ли этому строительству крышка! Ты чего, спятил? Да! Бежать? Да, я спятил! Сегодня я, мать твою, свихнулся, и мне придется с этим жить! И, Доналл, я... Звонок. Я слышу, когда ты выпил лишнего! Неправда. Да, ну, когда ты пьян, то бежишь быстрее. Хотя бы какое-то время ты бежишь, как ребенок. Бежишь быстрее гребаного ветра! Мне сейчас снять свои ботинки и натянуть кроссовки? Да! Беговые кроссовки? Да, и бежать! Ты хочешь, чтобы я бежал ради ублюдков в Чикаго, которым насрать, жив я или мертв? Нет, нет, ты побежишь ради того кусочка неба, к которому вытянется наше здание. Ради воздуха, который оно вытеснит. Но прежде всего ты побежишь ради бетона, потому что он важен, как кровь. Похоже, ты и правда потеряла рассудок, да? Это, пожалуй, верный диагноз, да. Отлично. Хорошо, Саймон, я бегу! Ты хороший человек, Доналл. Очень хороший человек. А теперь беги. Беги! У меня получится. Я сделаю все возможное. Вот увидишь. Понимаешь, когда берешь все в свои руки и делаешь все возможное, все образуется. Просто действуй по плану. Беттон, набор номера. Привет, это Беттон. Я сейчас не могу говорить. Пожалуйста, оставьте сообщение. Беттон, это я. Я знаю, что у тебя сейчас операция, но я просто хотел пожелать тебе удачи. Удачи тебе, Беттон. Ребенок — это счастье, а ты заслуживаешь счастья. Понял? Жизнь? Да, жизнь — это приговор. И что? Я сделаю все, что должен, и неважно, любят меня за это или ненавидят. Нужно придерживаться плана. И тогда не важно, что о тебе подумают. Знаешь, если бы мне пришлось снова тебя хоронить сегодня, прежде чем высыпать грязь на твое лицо, я бы сказал: смотри. Смотри, мать твою, и учись. Я еду вперед, и когда я приеду, меня будет ждать новый человек. Да, плод одной ночи. Ночи и двух бутылок вина. И чего-то чувство одиночества. Разве можно предпочесть этому строительство? Привет, пап. Шон. Мы выиграли. И какой счет? 3-1. Хорошо, хорошо. Отлично. Колвилл, Робинсон. И снова Колвилл. Здорово. У вас все хорошо? Да. То есть нет. Мама будто призрака увидела. Разбила несколько тарелок. Да, знаю, кое-что случилось. Я объясню, когда буду не за рулем. Она наверху. Да, я объясню, когда я буду не за рулем и вернусь к вам, ребята, хорошо? Я сам только недавно все понял. Мама сказала, ты никогда не вернешься. Ну, она просто расстроена. Ты же вернешься? Да, конечно, а как же? Тогда я скажу Эдди, что ты едешь домой, а то он плачет. Слушай, когда я доберусь, я позвоню. Шон, скажи Эдди, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Понял? Не похоже. Что-то случилось во время второго тайма. Я все исправлю. Все будет в порядке. А теперь иди спать. Угу. Ты бы видел третий гол. Колдвилл? Он обошел голкипера. Невероятно. Колдвилл такой осел. Обычно да, но сегодня он был великолепен. Это чудо. Поверить не могу. Да, ну ладно, а теперь сладких тебе снов. Хорошо, пап, увидимся завтра. Да, конечно, без вопросов. Увидимся завтра. Пока.
Ты нашел Стефана? Господи, Боже. Да, да. Вижу их. Они жгут. О, Господи. Они жгут, Питом. Я чувствую. У меня все горло от него дерет. Его зовут Стефан. Найди Стефана. Доналд, дай каждому по 500. Господи, а его нахренит. У меня крышка. Ты протрезвел. Слушай меня. Скажи Стефану, чтобы взял двух парней и перфоратор. 500 каждому. Да. Я позвоню, когда эти поляки... Черт, поляки согласятся. Ладно? Да. Господи, сердце сейчас выключит. Стефан хороший человек. Он починит этот сектор и проверит остальные. Все 12 насосов будут работать. Дороги перекроют. Северные, южные, восточные и западные ворота получат свою долю цемента. Ребенок родится. И с Катриной все будет хорошо. Утром все будет хорошо. Так все и будет. Услышь мою молитву. И когда ребенок родится, когда ему стукнет 7, неважно, мальчику или девочке, он все поймет, и его будут звать Лок. Фамилия Лок, она подойдет, потому что я ее очистил. Весь наш род был говном. Но я это исправил. А знаешь что, старый говнюк? Знаешь что? Я все понял. Я понял, почему ты сбежал. Да? Так, слушай, я сейчас еду с тремя поляками. Тут смердит как... хуже, чем в аду. И они попросили 600. Слышишь, я так понял, ты не против? Нет. Да, отлично так. Этот хмырь Стефан не особо разговорчивый, да? Да, но он хороший парень. Хочешь с ним поговорить? Нет. Стефан знает, что делать. Все будет хорошо, Доналл. Да. Ты починишь арматуру и начинай готовить ворота. Да, понял. Впереди долгая ночь. У меня открылось второе дыхание. Знаю, знаю. Все получится. Что? Я говорю... Стой, молчи. Стефан просит передать привет. Говорит, передай привет Хайвану Лаку. Понял. Говорит, передай, он самый классный парень во всей Англии. Айван? Да? Я приняла решение. Кэт, ты же знаешь, мы справимся. Я в этом уверен. Нет. Просто... Я говорила с сестрой и с водной сестрой. Эти никогда и однажды все мне. Вот и все. К тому же это всегда повторяется. Катрина, слушай. Нет, я не хочу, чтобы ты возвращался, Айван. Это больше не твой дом. Держись от него подальше. Катрина, прошу, послушай. Мы договоримся о посещении мальчиков. Но знаешь, я не хочу, чтобы ты возвращался. В любом случае, ты всегда любил свои здания больше меня. Да, слушай, а почему бы тебе не поселиться в одном из них, на самом верху, чтобы ты мог смотреть вниз довольный собой? А еще я тут все отмою. Отполирую до блеска, чтобы избавиться от твоей пыли. Мне больше не придется бороться с твоими каменными отпечатками на кухне. Все кончено. Это больше не твой дом. Входящий вызов. Сволочь.
Я слушаю. Айван, я назначил нового управляющего. Он уже 100 раз набирал Донова, но он не подходит к телефону. Ты меня слышишь, Айван? Да. Слушай, ты можешь связаться с Доновым и сказать, чтобы он нашел свой чертов телефон? Айван! Скажи своему управляющему, что ему не обязательно говорить с Доналом. Я уже обо всем позаботился. Айван, мать твою, я не буду... Я все проверил. И все будет готово к 5:25. Ошибок не будет. У вас звонок. Я все перепроверил и подготовил на завтра. Можешь спать спокойно, Гаррет. Иди спать. Знаешь, меня даже стошнило. Да? Да, черт подери. Послушай меня, Гаррет. Я уехал со стройки 2 часа назад. У меня была работа, жена, дом. А теперь у меня ничего этого нет. У меня ничего не осталось. Остались лишь я и моя машина. И вот я еду. Вот и все. Айван. То, что ты просрал свою жизнь, это твоя проблема. Но Чикаго сходит с ума. Сегодня я понял кое-что. К черту Чикаго. Хотел рассказать тебе про гол. Кол, мяч был у Колвилла, и помнишь, как ты себя кричишь на него, потому что он посылает его на трибуны. Да, он, мяч был у него, и он вел его. Помнишь, как ты всегда ругаешься, что он такой уволень? Ну, в общем, мяч был у него. И этот Колвилл, пап, он просто побежал и бежал, и бежал, и защитники отлетали от него, как пробки. Он обошел одного, затем второго, а мы с Шоном стояли и кричали ему, чтобы он отдал пас. Давай пас! Ну, ты знаешь, чтобы выйти на пятачок. Но он не стал. Он не отдал пас, он просто... Он продолжал бежать. И он несся, как крысак, ну или типа того. А потом вратарь выходит вперед, и мы уже решили, что он запустит мяч над штангой. Ну, помнишь, как... Ну, я не помню, как его звали. Ну, в общем, мы подумали, что будет как тогда, но обошлось. Это Колвилл, которого ты всегда называешь ослом. Эх, Колвилл осел. Он обошел вратаря и запустил мяч в сетку. Мама плакала, поэтому она все пропустила. Но мы все записали. Так что посмотри, когда вернешься домой, ладно? Ты должен вернуться. У меня есть план, слышишь? Мы делаем вид, что не знаем счет. Сделаем вид, что смотрим прямую трансляцию. Мы с Шоном будем кричать, что есть сила, а ты будешь пить пиво, а мама сделает хот-доги, и так и будет. Спокойной ночи, пап. Входящий звонок. Беттон. Все в порядке? Слушай. Айван, ты приедешь? Да.
Автор сценария и режиссер Стивен Найт. Продюсеры Пол Вебстер, Гай Хилли. Оператор Харрис Замбарлукас. Композитор Дикон Хинчлиф. В ролях Том Харди, Оливия Колман, Рут Уилсон, Эндрю Скотт, Бен Дэниелс, Том Холланд, Билл Милнер, Дэнни Уэбб, Элис Лоу, Силас Карсон, Ли Росс, Кирсти Диллон. Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу компании «Вест» в 2014 году. Режиссер дубляжа Ирина Веникова. Звукорежиссер Екатерина Ларченко. Автор русского синхронного текста Екатерина Левина. Роли дублировали. Илья Исаев, Даниил Эльдаров, Денис Некрасов, Ирина Киреева, Ольга Голованова, Прохор Чеховской, Антон Колесников, Владимир Левашов, Иван Жарков, Наталья Грачева, Михаил Данилюк, Елена Шульман, Сергей Чихачев.